Чёрт, мой бездом. Надеюсь, это был последний. Я еще раз все проверю. На всякий случай.
علمني إذا أي شيء طيب. Дженсен, Мак, внимание! На Доплере видно, что надвигается буря. Она будет сильной и здорово нас потреплет. Ненавижу ебаную пустыню. Бурю видно уже? Да. Время работает против нас. Понял. Вас понял. Thank you.
Как вы? Ты успел усилить этот сигнал? بسرعة. Ты успел усилить сигнал? Дженсен, ты где сейчас? Пробираюсь через пентхаусы. Не забывай проверять, нет ли там усилителя связи джинов. Если сможешь, отключи его. Так точно. ты успел усилить сигнал? عشان المخزن والمخازن اللي موجودة على السطح عشان تكون بعيدة من الرمل. Хорошо. Уж очень много зависит от этой силы. Нельзя, чтобы нас в последний момент снесли.
Дженсен, ты где сейчас? Пробираюсь через пентхаусы. Не забывай проверять, нет ли там усилителя связи джиннов. Если сможешь, отключи его. Так точно. أنا شامي في المكان ده ريحة الموت في الدم. بكره العواصف دي بترجع الشبابيك تحتلس. ما تكيش نكون هان لما تبدع العاصفة. ولا أنا. شكلنا كده جينا بدري. مش شايف أي حاجة. الجو لم حرين بسرعة على رجل 50. نعم؟ تكلمني؟ اللي مأخر كده ازاي المكان ده ممكن يكون حر للدرجات دي؟ الموضوع طول قوي. طبعا طبعا Слушайте все. Чан взломал радиосигнал Джина. Сейчас проверяет патч. Очень скоро мы услышим Сингха. Халил, الراجل اللي هيبقى علينا الحاجات جاي كمان شويه. روح قول لبقيه الناس ان انا هحصلكم وخليكم يعني منتظرين. Есть контакт. Принято. Я нас снова подключу, когда начнется сделка. مش ممكن، مستحيل.
беспокойся, я тебя найду. Проблем хватает. Слышишь что-то? Слушайте все. Чан взломал радиосигнал Джина. Сейчас проверяет Панч. Очень скоро мы услышим Сингха. Халиль, الراجل اللي هيبقى علينا الحاجات جاي كمان شويه. روح قول لبقيه الناس ان انا هعصلكم وخليكم يعني منتظرين. Есть контакт. Принято. Я нас снова подключу, когда начнется сделка. Thank you.
Дженсен, мы в атриуме. Занимаем позиции на террасах. Ты где находишься? Еще иду. Ну так шевелись. Вражеский борт на подходе, и скоро придет песчаная буря. Ты усилитель связи отключил? Нет, не смог найти. Тогда надейся, что Синха не раскроет. Иначе будешь объяснять это мне. Говорит Дженсен. Путь к пентхаусу перекрыт. Джинны нам не помешают. Прием. Понял. Давно пора. Вражеский борт на подходе. Так, ударные группы. Занять позиции. Удар один. На месте. Удар два. Все готово. Удар три. Готовы. Удар четыре на позиции. Ждем. Всем приготовиться. Да, конечно же, Борис. Закрой рот, Холидей. Заткнитесь оба. Удар пять на месте. Всем внимание. Синг видит Шепарда. Сейчас подключу. Цель в зоне действия. Не забывай, там Синг. Стрелять осторожно. А ты смелый, Синг. Задевать сделку прямо перед бурей. Матери природе, я не командир, мистер. Зови меня, Шепард. А, был такой капитан. Это оружие? Аугментация. Их сейчас найти все труднее. Оружие пока в вертолете. Покажи мне деньги и мы... Какого? У нас тут гости. Шепард мертв. Что? Но кто? Что там происходит? Миллер, это не джинны. Повторяю, это не джинны. За оружием пришли. Огонь! Открыть огонь! Открыть огонь! Вали! Открыть! Они к вертолету идут. Стрелять можешь? Нет! Мы под сильным обстрелом. Вертолет не должен взлететь, Джансен. Понял. Это плохо! Они совсем близко! Надо спасти Синха! Дженсен, мне с ним не связаться! Дженсен, буря, возможно, выиграла нам время, но тебе надо нейтрализовать вертолет!
Принято. Вертолет обездвижен, повторяю. Дженсен! Да не за что, апнутый. Черт. Я не допущу повторения этого. Сколько стоили нам события в Дубае? Они знали риски. Сколько активов мы потеряли? Все. Песчаная буря не помогла. Задание прошло успешно. Видно, что вы уверены в успехе. Впрочем, хаотичная природа атаки может сыграть нам на руку. Интерпол увязнет надолго, а люди, благодаря нашим подсказкам, в итоге сделают выводы. В долгосрочной перспективе это всех нас касается. Все по-прежнему. Вы полагаете? Мне напомнить всем вам, как сильно мы сбились с курса? Инцидент с аугами вызвал в обществе раскол. Все пошло хуже, чем мы думали. И нестабильность с каждым днем растет. Это недопустимо. Чтобы обеспечить успех нашего предприятия, надо исключить разрушительные элементы. С вами все согласны. Но дайте мне вылететь в Нью-Йорк, и я лично оценю обстановку.
Возможно, у нас уже есть голоса для прохождения акта о восстановлении человечества. Отлично. Стантон, сопроводите его. Возможно, нам потребуется оказать финансовое и политическое давление, чтобы закрыть рот противникам. Приступайте. Элизабет, я свяжусь с вами позже. Не получится, Луций. Даже с деньгами Дауда. Вы же знаете, что Рент найдет в Нью-Йорке? Слабых, беспомощных людей. И Натаниэль Браун до сих пор неизвестный фактор. Конечно. Именно поэтому мы приступаем к нашей альтернативной стратегии. В прошлом вы делали много заявлений, Пейдж. Вот ваш шанс их подтвердить. Все на месте. Можно начинать, когда пожелаете. Насколько безопасна ваша связь, Боб? У Януса сейчас, кажется, глаза повсюду. Он и его коллектив Джаггернаут. Янус проблем не составит. Я все устроил. Дубай заложил основы. Теперь пора привлечь всеобщее внимание. Пейдж, активируйте спящую ячейку. Konečná stanice, Růžičkovo nádraží. Příjezd za 5 minut. Миллер, это Дженсен. Я выхожу из поезда. Принято. Введем тебя в курс дела, когда прибудешь. Ты сразу в отделение? Если не застряну на пропускном пункте. Документы у тебя в порядке. Просто не высовывайся. Конец связи. Смотреть надо, куда идешь! Позвольте вам помочь, мадам. Мадам, серьезно? Я бы сказал, Ниночка. Получила мое сообщение, Дубай. Да. Рада, что ты цел, Ада. Судя по всему, серьезная была засада. Да, такого я точно не ожидал. Как думаешь, кто это был? Уверена, ваша опергруппа что-нибудь сообразит. И это будет совсем не то, что раскопает коллектив Джаггернаут. Но вообще странно, тебе не кажется? С чего бы Интерполу отправлять в Дубай отряд из Праги? Миллер сказал, да, мы вышли в последний момент. Мы были единственным свободным отрядом. Да? Ну так это вранье. Приготовить документы! Добро пожаловать в Прагу, Ауди! Пойдем. Документы! Приготовить! Коллектив следит за всеми опергруппами с тех пор, как мы внедрили тебя в отряд. У них была ударная команда в Омане. Те ребята прибыли бы на место гораздо быстрее вас. Не знаю. Если опергруппа прикрытие иллюминатов, как мы подозреваем, то посылать отряд в засаду не было смысла. Сейчас. Если только мы не должны были что-то увидеть официально. Аугувет, приправьте все папиры. Připravte si papíry na inspekci. Neustřejeme se. Co je za problém? Já ani nesbíral se, Alex. Nezastavuj se!
За последние несколько дней все стало еще хуже. Все вокруг оборачиваются и косятся на нас в страхе, что ауги снова нападут. Если относиться к людям как к животным, они и станут животными. Думаешь, ничего нельзя сделать, чтобы это остановить? Я уже пытался 2 года назад. Получилось не очень. И что теперь? Считаешь, нам надо сдаться? Позволить взять верх ненависти и предрассудкам? Я говорю, что могу сражаться только с видимым врагом, Алекс. Те, кто все это устроил, настоящие воротилы, это их надо остановить. Я думал, ты понимаешь. Понимаю. Ты и я, коллектив Джиггернаут, мы все хотим их остановить. Но это не означает, что мы должны забыть о... Тогда помоги войти. Ладно, ладно. Подожди. Стойте! Предъявите документы. Береги себя, железяка. Поверить не могу. Это твоя вина. Руки убери. Послушай, не усложняй все понапрасну. Ненавижу этот город. Идем. Если ты прав насчет Дубая, насчет того, что иллюминатам нужны были свидетели, то надо выяснить, для чего. Кто отдал приказ выдвигаться? Миллер. Но он наверняка исходил от кого-то выше по званию. Миллер все равно может быть замешан. Слышал о НПС? О нейтронной подсети? Конечно. ВОГ-29 начальство пользуется ей для планирования и личного общения. Что это? Чип-стукач. Специальное устройство для прослушки. Янус его подогнал, чтобы чип встал на плату НПС. А, неуловимый Янус. Предводитель хактивистов. Я с ним когда-нибудь встречусь? Когда-нибудь, может быть. Но сейчас твоя цель, Миллер. Подумай, как добраться до материнской пла... У меня аугментации отрубились. Надо с ними разобраться, но если ты хочешь встретиться... Что? Да нет, нет, я в порядке. Ты лучше займись собой. Я крепкая девчонка. Свяжись со мной, когда восстановишься. Договорились. До связи.
открыть что-то. Доброе утро, Адам. У вас одно новое сообщение. От кого? Дэвид Шерри. Сапушка. Адам, это Дэвид. Давно не виделись, но после вчерашнего происшествия в Праге. Слушай, уж не знаю, почему ты со мной 2 года не связывался. Жизнь коротка. Я скоро отбываю в Лондон, но позвони мне. Номер сохранился? Да, Адам. Просто включите телевизор. Да, друзья. Времена нынче неспокойные. С вами Элиза Казан. В прямом эфире на Пик Ньюс. Санта Гру. Аркологическое строительство. Качество. Совершенство. Санта. Восстанавливаю. Выполняю. С глаз долой, из сердца вон. Выполняю. Я вас оберегаю. Как прикажете, к сведению владельца дома. Это довольно рискованное действие. Миллер, это Дженсен. Рад тебя слышать, агент. Ты там как? Извините, что не выходил на связь. Как только смогу, приду в офис, но взрыв как-то повредил мои аугментации. Их надо проверить. Разумеется. Нас ждет немало работы, Дженсен. Увидимся, как доберешься. Доктор Коллер, нам надо встретиться. Дженсен, уже можно ко мне зайти? Вот сейчас, например. Что-то не так? В моей книжной лавке какие-то люди. Похоже, что рассерженные двали. Так что, если ты не хочешь кровопролития сразу после теракта... То парадная дверь не самый мирный вариант. Это уже 3-й раз за неделю. Может, кого-то другого будете проверять? Ладно, ладно. Улица Суплани отпадковала. Проблемы жад. Как думаешь, кто-нибудь из них связан со взрывами? На колени, сейчас же! Руки за голову! Земля уходит. Хотите, чтоб... Да, теперь я тебя обыщу. Не жалей. Нельзя на улицу ходить, урод! Частные дела. Все заведения временно закрыты. Не забудь свой пропуск. Знаешь, что будет? Из него.
очень интересно. Времени ни на что не хватает. Ну и сколько еще тут торчать? Уходите. Thank you.